Качество слуг Аллаха. Правильные манеры, адаб. Не смотрите свысока ни на что и ни на кого. Лишь нафс, ваше эго, любит самого себя. Оно не принимает Аллаха и хочет восседать на троне в одиночестве. Святой Пророк сказал: «Сам Аллах научил меня лучшим манерам поведения, адабу». Человек живет душой, а душа проявляется через адаб, правильные манеры поведения. Знание без адаба – несчастье для его обладателя. Шайтан владеет многими знаниями, недоступными человеку, но у него нет адаба. Он вел себя плохо в присутствии Аллаха, и тогда ему настал конец. Всегда у эго плохие манеры. Она идет против Аллаха, отрицая его. Ему никогда не нравится быть под чьим-либо контролем. Все наши эго одинаковы. Нам нужно взять их под контроль и научить их стать слугой Аллаха. Мы не должны жить под гнетом нашего эго. Аллах никого не принуждает. Не каждый может управлять своим эго. Какие люди попадают из одной неприятности в другую, никогда не зная ни покоя, ни умиротворения? Человеку нужно и должно знать адаб. Нелегко учить адабу. Кто-то может прочесть сотни или тысячи книг, но не может быть в состоянии контролировать свое эго. Он может быть хранителем обширных знаний, но не уметь привнести их в жизнь на практике. У шайтана было много знаний, и это не принесло ему пользы. И все в наше время хотят учиться, и они все проваливают тест адаба. И кто-то может пойти в хадж, может пробыть там 40 дней, совершая хадж, умру, зиарат и очиститься. Все кажется совершенным, но затем он садится в самолет, чтобы лететь домой, и смотрит на стюардессу с вожделением. 6 месяцев или целый год он пробыл в паломничестве, а выполнил столько молитв, но затем в один момент он не контролирует свое эго, забывая, что Аллах смотрит на него, забывая и пребывая без Аллаха, и шайтан принимает его в свою команду. Не давайте шанса шайтану, так как он всегда ищет возможности поймать людей в свои сети. Есть харам и халяль. Тот, кто не уважает это разграничение, выходит из адабы. Лишь немногие хотят спастись от своего отбившегося от манер эго. Тарикаты и 4 мазхаба основаны на адабе. Его школа, 5-й мазхаб, школа батиль, иллюзорности и лжи. Столько людей следует ей. Да не оставит нас Аллах в лапах наших эго. Тот, кто не спрашивает этого, будет схвачен шайтаном. Другого варианта нет. Ваше эго говорит вам, что вы главный, что нет никакого такого же, как вы, что вы не должны никого слушать, что вы сильны и знаете все, что вы сами себе шейх. Но эго постоянно лжет нам. Нам стыдно перед Аллахом, и мы боимся его, так как мы такие невежды, делаем столько ошибок и поступков, противоречащих адабу. Кто такой шейх? Тот, кто учит вас знанию об Аллахе и его пророке. Как вы можете узнавать это сами по себе? Но ваххабиты и прочие невежественные люди не принимают это. А тот, кто не принимает шейха, учителя, имама, наставника, далиля, неизбежно становится на путь эгоизма. Его наставником становится его эго и шайтан. Следуйте истинному проводнику, наставнику, чтобы он привел вас к чистоте и терпимости, так как лишь чистые войдут в рай. Аллах знает лучше, кто является лицемером. Мы стараемся работать над этим и спрашивая у него чистоты. Но иногда мы верим, а иногда нет, слушая наше эго. В ваш последний день ангелы спросят вас, смотрело ли ваше лицо на мирскую жизнь дунью, или оно было направлено на Бога. Они спросят вас, где ваша кибла, куда направлено ваше сердце. Если они обнаружат, что ваш лик обращен к Аллаху, все хорошо. Но если они увидят, что вы отвернуты от Него, тогда и Аллах отвернется от вас. Если в молитве вы уводите взгляд от места поклона саджды, посмотрев направо или налево 3 раза, то Аллах говорит: «Мой слуга отвернулся от меня, оставьте его». Это важный момент в адабе. Не ведите себя плохо в присутствии султана, а султан всегда с вами. Да простит нас Аллах и не выгонит нас из уммы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Четыре врага человека. Тауба, покаяние, означает увидеть и перестать слушаться своих 4 врагов.
наши четыре врага – это нафс, эго, хава – тщетные желания, дунья – мирская жизнь и шайтан. Человек либо может соглашаться с Господом, либо слушать своих четырех врагов. Если он хочет вернуться к Господу, он должен восстать против этих четырех и не слушаться их указаний. Стоянка довольства. Как управлять гневом? Кто самый счастливый человек в жизни? Кто больше всего удовлетворен? Тот, кто удовлетворен тем положением, той стоянкой в жизни, в которую Господь его поставил. Это стоянка довольства. Глядя на все, видеть, что это и есть самое подходящее для вас, а также и для всех. Вы должны сказать: «Эта ситуация самая подходящая для меня, потому что Господь меня в нее поставил. Если бы она не была для меня благотворной, Он бы меня в нее не поставил». Мы должны верить, что Аллах Всемогущий всегда желает нам добра. Не надо учить Аллаха, Он лучше знает, а вы не знаете ничего. Не надо возражать. Вы слуги, вы Его рабы, а Он правитель, абсолютный властелин Вселенной. Вы должны знать, что все действия, все события будут происходить не так, как мы этого хотим. Да это и невозможно. Когда вы это поймете, вы сможете удерживать гнев на привязи, так как гнев – результат того, что вы думаете, что вы можете управлять всеми событиями по-своему. Как стать угодным в божественном присутствии? Наш гранд-шейх Абдулла Фейз Дагестанский описывал, как дервиш может стать угодным слугой Аллаху Всемогущему. У него должны присутствовать три черты, по одной от каждого из трех животных, говорил он. У осла он должен перенять черту выносить нагрузку без возражений и с терпением. Если он не сможет этого сделать, успеха у него не будет, ведь без терпения невозможно вынести тяготы жизни. У собаки он должен научиться быть верным своему хозяину. Если хозяин прикажет собаке дожидаться его прихода, собака будет ждать его хоть до смерти. Если хозяин побьет ее или прогонит, собака все равно прибежит, виляя хвостом, как только хозяин позовет ее обратно. И, наконец, когда человек смотрит на свинью, он должен осознавать, что его собственный нафс еще более мерзок и грязен, чем свинья. Грязь свиньи внешняя, она происходит от того, что свинья поедает отбросы. Но нафс грязен изнутри, его грязь идет от несогласия с Господом. Человек совершенный должен иметь такое качество, благодаря которым он сможет принять всю грязь, брошенную в него словами или действиями, зная, что его нафс еще грязнее. Эти три качества дают человеку покой и удовлетворение сердца. Только на таком пути он сможет достичь счастья в жизни. Это качество пророков и святых. Двенадцать добрых черт, которыми обладает собака. Наш гранд-шейх говорил: «Удивительно, но у собак есть 12 добрых черт, которые также можно найти у пророков и аулия. Вот они. Собаки не забывают доброты. Они не забывают тех, кто сделал им добро. Они терпеливы. Они всегда благодарны за все, что им выпадает. Они не сердятся на хозяев, даже если их побьют и прогонят. Если хозяин позовет, они возвращаются, виляя хвостом. Они скромны, послушны, верны. На них можно положиться. Они хорошие и преданные друзья. Они всегда остаются при хозяине и никогда его не предают. Они довольны малым. Они не ищут ничего от этой дуньи. У них нет ничего от этого мира. У них нет своего места. Они могут спать везде. Если кто-нибудь бросит в них камень, они быстро вскакивают и переходят в другое место. Они чутко спят. Им не требуется длительного сна. Они легко пробуждаются. Если у человека есть эти свойства, то он вали. Эти 12 качеств принадлежат пророкам и святым. Аллах испытывает своих слуг. Аллах испытывает своих слуг на терпение. Мы должны помнить об этом, чтобы когда произойдет какое-либо событие, испытывающее наше терпение, мы смогли сохранить твердость. Мы должны продемонстрировать терпение при первом ударе. Мы должны нести свою веру, и тогда наша сила будет расти, а сила наших врагов уменьшаться. Наш настоящий враг – наше собственное эго.
В великой битве с нашим эго, джихаде, злой всегда проигрывает, а терпеливый побеждает. Будешь ли ты терпелив? Терпение побеждает все, что любит нафс. Существует три вида терпения. Первое – это терпение физических лишений, например, подъем на молитву холодным утром без теплой воды для омовения, ожидание в очереди, дискомфорт во время болезни, завершение трудных проектов и так далее. Сохранять терпение и стойкость в молитве, несмотря на эти трудности, в глазах Аллаха является очень ценным. Еще более важным является терпение в воздержании от запрещенного. В одном хадисе говорится: «Жить как слуга и воздерживаться от запрещенных вещей ценится больше, чем поклонение всех ангелов, людей и джиннов во все времена». Третий вид терпения самый ценный – быть терпеливым с тем, кто доставляет вам неприятности. В Священном Коране говорится: «Мы испытываем одних с помощью других». Терпение – это самое важное в жизни человека. Если у вас есть терпение, у вас есть все блага. Взор Аллаха устремлен на тебя. Будешь ли ты терпеливым? Признаки духовного здоровья. Люди с хорошим характером здоровы в своей духовной жизни. По количеству жалоб человека вы можете определить, сколько дурных качеств у него осталось. Когда вы покончите со своими жалобами, вы поймете, что вы здоровы. Дурного характера не остается. Это важно, потому что если у человека с хорошим характером нет жалоб, он имеет терпение, а это означает, что он имеет истинную веру. Когда вы сможете избежать поводьев своих отрицательных качеств, вы также избавитесь от неприятностей в этой жизни и грядущей. Помните, что все происходит согласно воле Господа. В этом ключ и лекарство от всех болезней. Вы должны сказать: «Зачем я жалуюсь, если сам Аллах Всемогущий создал эту ситуацию?» Если об этом помнить, вы всегда будете в согласии и довольстве с Его волей. Тайный неверующий. Если человек не осознает, что взор Аллаха всегда и повсюду на него направлен, то он является тайным неверующим. Вообразите в своем сердце, что взор Аллаха всегда с вами. Забывая об этом, вы сами отдаляетесь от своего Господа, а значит, пребываете в компании своего эго. Помни об этом, вы будете поступать наилучшим образом. Если человек поступает образом неугодным Аллаху, его пророку и аулия, это означает, что он тайный неверующий. Нам было предопределено очиститься как от явного, так и тайного куфра, поэтому будьте осторожны как в ваших явных поступках, так и в тайных. Вы должны установить внутреннее равновесие, помогающее вам взвешивать ваши действия. Всматривайтесь в каждое совершенное и совершаемое вами действие, пока не убедитесь, что оно будет угодно Аллаху, пророкам и святым. Когда вы осознаете, что ваше действие доставит радость Аллаху, пророкам и аулия, вы можете совершать его, если нет, то забудьте о нем. Если человек уравновешивает действия в своей жизни, тогда в судный день его чаша весов взвешиваться не будет. Поэтому пророк говорил: «Для Аллаха более радостно, когда человек сидит в течение часа, размышляя, обдумывая и взвешивая свои действия, чем если бы он молился в течение 70 лет. Ведь 70 лет молитвы могут быть стерты одним поступком, неугодным Аллаху. Но если вы в своем уме сначала взвесите этот поступок, вы сможете оставить его в стороне и избежать вредных последствий». То, что вас не касается. Малаяни означает «то, что вас не касается». Вы не должны говорить или делать того, что вас не касается. Если человек осторожен со своей речью и придерживает язык за зубами, Аллах Всемогущий дарует его языку божественную мудрость, чтобы он мог высказывать только истинные и добродетельные слова. Ваш иман, вера, ослабевает, когда вы говорите о том, что вас не касается. Когда вы оставите эту дурную привычку, ваша вера окрепнет. Кроме как через озарение нельзя понять, что касается вас, а что нет. Только в таком случае вы сможете узнать, что ваше, а что не ваше. Просите света. В наше время говорят, что истина – это ложь,
а что ложь – это истина. Такое невежество. Есть даже образованные люди, которые совершенно запутались между ценным и пустым. Они говорят, к примеру, «Хаджи идет приветствовать и целовать черный камень, говоря Аллаху Акбар, что он надеется получить от него». Они устраивают демагогию, сравнивая вещи, которые нельзя сравнить. Поэтому скажите им «Лякум динукум валия дин» – «Вам ваша вера, а мне моя вера». Не спорьте с ними, это лишь ослабит вашу веру. Такое у нас сейчас время. Сейчас мы живем во втором периоде джахилии – невежества. Первый период был до прихода пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Святой пророк говорил, что настанет время для уммы, когда ваши наставники осчастливят вас, и вы побежите радовать. И настанет другое время, когда ваши наставники будут так уродливы, мужчины и женщины, безо всякого света на лицах, так как они отвернулись от Аллаха. Когда вы смотрите в зеркало, вы должны быть благодарны, что Аллах дал вам адаб. Просите Его не делать вас уродливым. Тот, чье лицо повернуто к Аллаху, тот, кто выполняет саджда, не может быть уродлив. Но тот, кто отвернулся от Него и кто не молится, станет уродливым. Откройте могилы и посмотрите, какие у них лица. «Тубту ва раджаату иля Аллах, Рабби зидна нурран». «О Аллах, увеличь наш свет». Молитесь за свет Аллаха. Свет не может быть сожжен огнем. Но именно свет, нур, правит огнем. Почему неверующие часто видят верующих безобразными? Однажды Саидина Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, пришел к пророку. В то же самое время к нему пришел Абу Джахль, самый большой враг пророка, алейхиссаляту вассалям. Абу Бакр сказал, «Я Расуль Аллах, мой дух и моя душа у твоих ног. Ты самый прекрасный человек, которого я когда-либо видел. Ты прав, о Абу Бакр». Абу Джахль сказал, «О нет, ты самый безобразный. Ты также прав, Абу Джахль». Сахабы были удивлены, как они могут быть оба правы. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Потому что я как зеркало». Абу Бакр видел в нем свою собственную красоту, а Абу Джахль – свое уродство. Созидаем ли мы или разрушаем? Дух всех актов поклонения заключается в трех ключевых моментах. Воздерживаться от запрещенной речи, высказывать добрые слова, а не злые. Воздерживаться от разглядывания запретного, от злачных мест, от дурных поступков. Не позволять вашим органам чувств участвовать в запретных действиях. Слушаете ли вы, смотрите ли, трогаете ли что-то, думаете ли что-то дурное, имеете ли дурные намерения. Не предохраняя свои глаза, язык, все органы чувств от запретного, вы не сможете извлечь пользу от своих добрых поступков. Это подобно тому, что когда вы сажаете растение, вы должны оберегать его от вредных воздействий. Мы должны осознавать, что мы сделаем. Созидаем мы или разрушаем? Каждый запрещенный поступок разрушает наше здание, уничтожает наше физическое и тонкие тела. Для начала покорите свое «Я». Отличительная черта истинного слуги Аллаха – уметь держать под контролем свои органы чувств. Если человек не умеет этого делать, то он слуга своего эго, своего нафса. Прежде чем давать советы другим, вы должны уметь советовать себе. Если ваше «Я» принимает ваше руководство, тогда и другие, возможно, примут ваше руководство. Это путь пророков и аулия. Сначала надо побороть себя, а потом уже помогать другим. Когда такие люди говорят, их слова оказывают воздействие на слушающих. А раз человек слушает, то невозможно для него не извлечь пользы из слов пророка или святого. Он сможет получить силу для контроля над своим эго и идти прямым путем. Недостаточно просто сказать «я мусульманин» и произнести шахаду. Вы должны стараться удерживать свои органы чувств от всех немусульманских действий, подальше от харама запретного. Любовь – это жизнь и свет. Постарайтесь ежедневно уделять больше времени молитве и зикру. Ангелы восхваляют своего Господа без устали, это и есть их пища. Поэтому сила одного ангела намного мощнее, чем сила всего человечества. Это особенная сила. Высокодуховные люди, пророки и святые, имеют ее. Прославление Господа дает вам энергию и покой. Больше силы и поддержки, больше любви к Аллаху. Настоящая жизнь исходит из этой божественной любви.
если нет любви, нет и жизни. Аулия говорят, что те, в ком нет этой любви, подобны ходячему трупу. Любовь есть жизнь и свет, и чем больше ее у нас, тем более наша жизнь будет совершенной и полной наслаждения. Уровни любви. Господь един. Он создал всех нас и вложил свою божественную любовь в самую сердцевину нашего бытия. Вы должны знать, что хотя эта любовь временно сокрыта, она течет сквозь наши сердца, подобно реке, текущей в океан. Она может проявиться только как временная человеческая любовь. Может даже показаться, что она полностью исчезает, подобно реке, втекающей в подножие горы, чтобы появиться снова с другой стороны. Но не может быть сомнения в том, что наш Господь вложил в каждое сердце поток, неудержимо несущийся в его океан любви божественного присутствия. Аллах говорит: «О мои слуги, как я одарил вас своей божественной любовью, я также одарил и все творение. Поэтому и вы распространяйте на всех свою любовь, чтобы быть в гармонии с моей волей». Чтобы воспринять красоту всего мироздания, вы должны выйти за пределы внешних форм и очертаний и перейти к их значениям, вечным духовным реалиям, так как формы ограничены и ограничивают, тогда как духовные реалии – океаны, бесконечные океаны довольства. Прибытие к этим океанам принесет вам внутренний покой. На пути вам встретятся различные уровни любви. Их качество разнится в зависимости от их близости к цели, абсолютному океану любви нашего Господа. Когда человек достигает этой цели, он в состоянии принять от других любое количество боли и вреда, но все равно любить. Он говорит: «Я люблю тебя ради моего Господа, а не по какой-либо другой причине. Эта любовь никогда не изменится и не уменьшится, ведь что бы ты ни делал, Господь любит тебя, и поэтому я тоже люблю тебя». Мы стараемся достичь этой точки, но это трудно. Нас испытывают, и в этом возможность для нашего роста. Святые советуют нам, что вместо того, чтобы избегать невоспитанных и грубых людей, нам надо с ними общаться, проникать в их среду, чтобы иметь возможность извлечь из этого пользу, проверить себя и тем самым развиться. Святые мастера пообещали мне, что если кто-то сидит рядом со мной и слушает сердцем, наполненным любовью, воспринимая божественную любовь, то и он достигнет того же уровня, и его сердце откроется божественной любви. Мастера нас не покинут, и мы от них не отвернемся, так как наши сердца связаны сильнейшей связью, связью божественной любви, а это наисильнейшая связь между Творцом и его творением. Если бы любовь внутри меня была бы только приходящей, вы бы здесь не сидели рядом со мной даже один миг. Но любовь внутри меня настоящая, постоянная и божественная, и я излучаю ее лучи в ваши сердца, чтобы пробудить в вас неприходящую любовь. Эта любовь зацветает в ваших сердцах. Я прошу разрешения у Господа распространять его вечную божественную любовь в сердцах всех людей. Приближается время, когда наша надежда на получение этого разрешения воплотится в реальность. Фонтан божественной любви. Все творение появилось благодаря божественной любви Аллаха. Он возлюбил его, и оно появилось, и поэтому все существующее несет в себе долю божественной любви. Электроны и атомы вращаются вокруг ядра со скоростью света, потому что они живут благодаря силе божественной любви, которую Господь в них вложил. Через свое священное имя «Я Вадуд» – «Вселюбящий» – Аллах ниспосылает свою божественную любовь всему творению. Те самые электроны вращаются с такой высокой скоростью вокруг своего ядра из-за того, что они наполнены божественной любовью. Так через них проявляется влияние этой любви. С помощью божественного имени «Я Вадуд» – истинная, неприходящая, неизменная любовь дарована нам Господом. Когда мы произносим «Я Вадуд», мы открываем себя этой божественной любви и просим Господа пробудить в нас эту вечную, безграничную любовь. Мне было приказано учить людей обращаться к Господу со словами «Я Вадуд», так как это помогает искренним ищущим обрести истинную любовь своего Господа, Аллаха Всемогущего, и полюбить все окружающее ради Творца, который любит все свое творение. Эта любовь – суть успеха на пути духовного очищения.
Задача и главное достижение человеческого существования – реализовать эту любовь, установить контакт с Божественным океаном любви. Мы стремимся к пробуждению неприходящей любви. Практики, молитва, правила в наше время бесполезны без этой любви, так как эго легко привязывается к практикам и использует их, и они начинают служить нашему тщеславию. У каждого из нас есть свой круг друзей, родных, знакомых, начиная с самых близких нам людей, жен, мужей, родителей, детей, братьев, сестер. Мы должны быть щедрыми в отдаче им нашей неприходящей любви, устанавливая с ними мир. Раздавать нашу неприходящую любовь – вот самая главная практика нашего времени. Низшее «я» человека, его самолюбивое эго, никогда ни с кем не хочет делиться неприходящей любовью, кроме самого себя. Человек был создан любить все сотворенное, так как он является представителем Господа на земле и имеет в себе величайший резервуар этой божественной любви. Человек должен вспомнить это и стать прекрасным средством выражения этой божественной любви в этом мире, фонтаном любви, из которого сможет напиться любое существо. Аминь. Да ниспошлет Аллах мир, благословение и свет на возлюбленного пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, его семью, сподвижников и всех пророков и святых, на праведных слуг Накшбандийского пути и всех суфийских орденов, на нашего любимого и почитаемого проводника, султана Аулия, Мауляну шейха Мухаммада. Thank you.